А надо так, разбегаемся и прыгаем. Вот так. Йо-хо! И поплыли. Ты знаешь, что там травка? На дне, да, я вижу. Никто не заморочился. Пост поле, залитое водой. Ну да. Стреляет. Это поле это такое. Так, я хочу посмотреть пулемет в руки, и он мне покажет мне пулемет, что там можно поставить. Печенье. А, хуй! Короче, этот, блядь, короб только для вот этого вот ПКП печенье в чили. Я еще на Лиманске видел такой короб, так он вообще под 7,62. 200 патронов нахуй. 7,62, 54 этот. Магазины тут нахуй. На М82 магазин. 10 Ты патронов. Немножко ниже посмотри, там есть бай специальный там для ПКП. Это я видел. На английскими буквами написано. СТР админ супрессор, это глушитель. СТР ультимат трейд селекшн, капюшон какой-то. Так, чтобы больше не это. Баррет. И еще раз, войска я не хочу, он тормозной. Магазин для войска я не хочу. В2. Вот хочу. И кого ты со снайперки убивать будешь ходить? Я не знаю, мне пофиг кого. Она еще на 5 патронов, наверное. Либо на 7. Сейчас узнаю. Ебать там цифры. Сколько там? 15 мультов. А может тут не 15 М82, а вот этот М82А1. Он, блядь, репу минусует минус 5000, а тут 3,5. Хую. Вот это что ли? Ну, следующий Барретт. Барретт М82, документация вооруженных сил. 6-7. 12,7 на 99. Они одинаковыми патронами стреляют. Да. Ну, смотри сам, конечно. Ну, это выхлоп, нахуй. Не дают мне купить. О, введено. Чего? Товар отсутствует. Вот админ ботинки нахуй, 12 лямов, блядь. Товар отсутствует. Денег не хватает, наверное. С какого хрена? А, нет, Барретт М82, он наличие 9000. Товар отсутствует. Наебалово, попробуй перезайти. Нож, я нож покупаю. Один, да. Купил. А чё за нож там такой пиздатый, что ты прям хочешь купить его? Чилет. Сейчас я покажу, смотри. Вот он, блядь, нож чилет. Обычный нож. А, это который не этот самый. Который за 4 прочности. Да. X1000 прочности где, блядь? Нет, ну может быть, да. О, Ну я хочу скрафтить вот этот ножик, плюс мачете, нахуй. Там... И там... Товар отсутствует. Там, блин, нахуй, а почему товар отсутствует? У тебя деньги в наличка есть, нахуй? Ну конечно. Товар отсутствует, это не значит, что у меня нет наличия.